Всем привет! Я быстренько сегодня проехалась по магазинам, чтобы цапнуть там акционные товары. Я купила яйца в количестве 6 штук. Почему? Потому что в приложении MarktGuru 30% кэшбэк при покупке именно упаковки из 6 яиц. И получается, что с учетом кэшбэка цена за десяток была бы 1,60, а это на данный момент очень хорошая цена. Поэтому я решила купить. Еще взяла томатный кетчуп Heinz, здесь 1 литр 170 миллилитров, огромная упаковка. В Penny сейчас по акции 3 евро за такую большую и еще минус 1 евро в приложении Skonda. Получается опять же хорошая цена, 2 евро за литр, это прям супер здорово. Ну и конечно же мы не забываем еще, так, яйца 1,39, кетчуп по 2,99, 7,37 заплатила. И, конечно же, мы еще не забываем про 45 центов, возвращенные на карту Payback, и еще 5 центов кэшбэк в приложении Купис. В общем, все мы, как обычно, комбинируем, и у нас очень хорошо получается. И заехала в Реве, купила еще одну пачку шоколадных шариков от Nesquik и яблочный сок. Самый мне нужен был простой, дешевый, 2,29 стоит. Шарики 99, сок 3,28 промежуточная сумма, 1 евро минус купон, то есть шарики за 1,29 выходят. И оплатила я с карты Payback, соответственно, никаких наличных не давала. Но забыла дать умножение, поэтому получила всего 1 пункт на карту обратно. И у меня еще 2,72 активированы в Реве, могу оплатить еще следующую покупку. Ну что, давайте начинать нашу закупочную неделю и охоту за интересными акциями и скидками. Мы были в Реве и купили Магги, потому что на этой неделе они по акции за 79 центов в магазине и еще 10 центов за каждую упаковку возвращается в виде пунктов на карту Payback. Ну и само собой умножение, когда оно есть. Но у меня, вы не поверите, закончились все купоны на умножение и нету вообще никакого. Ни 3, ни 5, вообще ничего, ничего. Тем не менее, Магги мы купили. Мы взяли картофель и 6 штучек с лапшой. Еще не забываем купон, скидку на 1 евро при покупке от 5. Она здесь тоже действует. Взяли макароны. Раз теперь макароны в Lidl так сильно подорожали, ну и везде, в принципе, то можно вылавливать скидки на дорогие фирмы, ну, дорогие, теперь все у нас условно, да, и покупать их, чтобы выходило еще дешевле, качество, я уверена, будет ничем не хуже. Но мы попробуем, естественно, чтобы точно быть уверенными. И взяли 2 бутылки шампанского. Пора потихоньку готовиться к Новому году, но мы были без машины, поэтому взяли только 2 бутылки. А так наверняка взяли бы побольше. Что еще? Из плохих новостей сахар подорожал почти в 2 раза. Теперь он стоит 1 евро 29 центов абсолютно во всех магазинах. И к великому сожалению, у нас абсолютно нет никаких запасов. По старой цене сахар, в общем, мы не закупили. Приходится брать по этой, потому что говорят, что будет дорожать еще. Купили муку. 2 килограмма масла. Еще взяла сахарную пудру, потому что иногда нужно там, в крем, да, к выпечке, а дома нет. И чтобы она всегда была. Взяла 2. И еще 1 сахар. Тоже, наверное, надо будет как-то запастись, но пока не стали. Так, вроде бы все у нас по Реве. По ценам масло 2,19, мука по 45 центов, сахарная пудра по 49 центов, сахар по 1 евро 29 центов, макароны по 99 центов, по 79 центов Магги и 2,69 шампанское, ну, игристое вино, да, и минус 20 центов еще из приложения Реве, то есть по 2 евро 59 центов оно получилось. 20,33 итоговая сумма, минус 1 евро скидка на Магги, минус 2,72 у меня оставалось еще на карте Payback, итого 16,61 я заплатила. Но по пунктам, к сожалению, всего лишь 80, потому что 70 из них конкретно только были за Магги.
А еще я покажу вам нашу покупку в магазине Теди, потому что вы 100% не хотите пропускать все акции, я точно в этом уверена. И на этой неделе в магазине Теди скидка 30% на все товары, даже которые уже по скидкам. Есть небольшие исключения, например, книги, машинки Hot Wheels. В принципе, можно уточнить на кассе, если вы в чем-то не уверены. В остальном, во всех филиалах страны эта неделя Теди скидка 30%, поэтому вперед. Мы купили 2 набора шариков, лишними не будут. Взяли такие шлепки, ну, что-то вроде пляжный-дачный вариант. Изначально они стоили 5 евро, потом их скинули до 2, потом до 65. И на эту цену еще минус 30% скидка. Шарики по 5 евро каждая упаковка. Сразу взяли шарики на день рождения для сына за 1 евро. Чек я вам покажу, где отображена будет сама скидка. Большой надувной шарик с цифрой за 2 евро. Свечку в торт. Это для старшего сына. Зажигалку. Удобно поджигать гриль или когда мы костер жгем. Так, вот такие типа полочки, крючки для того, чтобы горшки для цветов подвешивать. Стоили они изначально 5 евро, до 65 уценили. А зажигалка стоит 5 евро. И еще такую свечку, 55 центов, да, стоит. Ну, вы, в принципе, я думаю, в данном случае цены можете сами видеть. И взяла носки, 5 пар за 3 евро. И корицу. Люблю, когда она есть в Теди, потому что качество, ну как, хорошее, обычное, нормальное. Это корица, приправа, вряд ли ее чем-то можно испортить. Но стоит она по 1 евро. Это очень дешево, я взяла 3. Подумываю, может быть, вернуться и набрать еще, потому что скидка на нее прошла. Так, смотрим. Цены я вам все озвучила. Все. 26,40 и минус 30%. Это 7,92, получается 18,48. То есть почти 8 евро мы сэкономили как бы, ну, с ничего. Это, конечно, здорово, приятно. Они освобождают места сейчас в магазине, потому что у них очень большой завоз, а полки полные, особенно после того, как они долго были закрыты. В общем, кому что надо, там очень много интересного для того, чтобы мастерить с детьми. Канцтовары там тоже можно купить и, конечно же, декор рождественский или к Хэллоуину. Поэтому советую зайти, время у вас еще есть до конца недели. На этой неделе у нас с вами получилось совсем-совсем такое коротенькое видео с закупками и мало акций. Не столько потому, что самих акций мало, сколько потому, что я не могу найти акционные товары в различных магазинах. Надеюсь, следующая неделя будет более продуктивная и более закупочная. Ну, вот как-то так получилось, что мы заняты другими делами и нет времени по магазинам кататься. Но тем не менее, я заехала сегодня в Россман и купила еще конфетки. На этот раз с эвкалиптом, без сахара, и с ментолом, тоже без сахара. От кашля опять мы все простыли, опять мы кашляем. И вот эти конфетки отлично помогают, поэтому лучше всегда иметь их с собой. И еще купила такое средство от мошек. У нас очень много развелось мошек, я даже не знаю, с чем это связано. В принципе, дома всегда есть фрукты, да, но вот сейчас их особенно много, несмотря на то, что осень, уже холодно, и они должны вроде как исчезать. Я пробовала различные домашние средства, ловушки делать и на сладкое, и на сок, и ничего не помогает. И липучки, на которые раньше эти мошки клеились, почему-то тоже уже не работают. Поэтому взяла такую чашечку, написано, что она действует 4 недели. В Россман купила. Я помню, когда еще на тестировании были эти чашечки. Симпатичнее, мне кажется, она смотрится на упаковке, чем в жизни. В общем, были эти чашечки на тестировании. Я регистрировалась, но меня не выбрали тогда. Поэтому купила сама. Не знаю, посмотрим, попробую. Если кто-то пробовал, напишите от Nexolot, нравится, не нравится, помогает или нет. И если вам интересно, да, пишите комментарии, я тоже потом расскажу, как мне, понравилась она или нет. Смотрите, в мусорку нельзя выкидывать. Нужно будет еще ее куда-то на переработку отправлять. Такая тоже, смотрите, своеобразная ловушка, да, они туда будут залетать и не вылетать обратно. Ладно, посмотрим, насколько это поможет. Давайте посмотрим с вами чек. 1,79 стоит леденцы каждая пачка и 3,99 вот эта баночка. От того еще сильнее надеюсь, что она будет работать.
7,57 промежуточная сумма, минус 10% на все из приложения Росман, это 76 центов, 6,81 я заплатила. Ну, на этой неделе вот так коротко. Тем не менее, видео выложила пунктуально, на этот раз не забыла. Спасибо всем за просмотр, жду ваши комментарии. Желаю всего хорошего. Пока-пока.